Еще толстопузы хорошо парируются. Так примерно. Этот удар я еще не научился как следует отражать. Нет. Давай. Да, блин. Тоже весело. Самый простой удар — это когда вот он снизу вверх бьет. Вот этот. Вот когда он касается воды своей шашечкой, вот тогда надо бить. Парировать, в смысле. Но это не парируется, наверное. Хотя я не пробовал, может быть, парируется. Но, скорее всего, нет. Это что-то не очень. Это тоже не очень, и сейчас меня убьют, да? Давай. Ай. Тайминг. Нифига. Ага. Ну. Окей. Да что такое? Он как-то... Нифига. Ой.
Так, парень, ты меня не убей только. Мат. Не получилось почему-то. Shift, наверное, опять мозг парит. Ага. Ну, ты дубины не айс. Как-то так себе. Так, чем бы тебя еще огреть? Как-то тоже не вышло. Так, попробуем эту волыну. Ударов, ну это потому что так, подожди, вот это кольцо стоит и вот это кольцо стоит, ну плюс еще баф, наверное, был. Сейчас вот этими попробую. Так, мазать их нельзя, да? Ну, это плохо. Это очень-очень плохо. Дикий. А, ну у него такой же, собственно. Ой. Ай, я не то делаю. Не то делаю. Не успел. Дай нормальную атаку. Во. Молодец. Короче, понятно. Но они, правда, не улучшены нифига, эти мечи. Все равно понятно. Ну-ка.
А если вашим мечом? Он, правда, плюс 9 только. Ну, сойдет. Как же вот эта атака парируется? Так что... Эй, подожди. Так, я тут убил? Раскроешься. Эй, куда пошел? Алло, гараж. Да-да-да, молодцы, 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 молодцы. Разделились. Алло. Твою мать. Успел, что ли? А, блин. Я баран просто. Не сработало. Йоп. Дерьмо случается. В принципе, с этой волыной все ясно. Это не очень хорошо работает почему-то. Хотя, казалось бы, 130% парирования, но как-то так себе. Обернулся такой сначала. Да что ж такое-то, ну? Вот так, ну-ка. Ну, 914. Я не знаю, как парировать вообще. Ай. А? Сработало. С двух парирований не убивает с этой рапирой.
Я бы, конечно, в обе руки брать, но это же геморрой. Пробую эту шашечку. Я покойник. Эй. Хватит, а? Или я не попробовал вот шашечку. Рано. Блин, сульёт. Так. Вот этот удар проще всего парировать. Как только он воды касается. Нажимай кнопку парирования. Не ошибешься. Так, все. Давай, 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 чё встал? Товарищ. Блин. Здесь второй удар парируется, первый почему-то не особо. Нифига не умею этот парировать. Может быть, он, конечно, и... Так. Меня убить может. Знаем ваши приколы. Нифига.
Ага, получилось. Как так? Я же вроде вовремя нажал. Блин, эта тварь за мной идет. А я тут с неопнутым копьем. Не очень хорошо. Иди сюда. Ходишь туда-сюда. Не сидится на месте-то. Ну. Так, это копьюсь. Намазать нельзя. Печально. Ай-я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 й. Нет. Да. Окей. Второй-то нахрена мне здесь? Ни одного-то много. Так. Ну вот второй хорошо парирует удар из этой комбы. А первый нет. Пораньше. Двуручный, наверное, не парируется. Точно, это же двуручный. Вот это хорошо парируется. Да. Плохо будет, если его улучшить. Надо копье преследователя попробовать сейчас. Кстати говоря. Ну, вот тут какая-то баг есть. Надо стоять в определенном месте, иначе он не срабатывает почему-то. Вот здесь надо где-то чуть-чуть правее башки стоять. Ну, как башки? У них нет башки. Дыра у меня с ней. Готов. Да? Ну-ка вот этим вот попробовать. Сколько урона будет, просто интересно. Thank you.
толстячок, это не те удары. Да ты задрал! У меня обмазка сейчас кончится, давай быстрей. Вот, молодец. 700. 700 плюс 700, конечно, но все равно как-то не очень много, да? Еще один вид вроде был. Пойти копье прокачать, что ли, какой-нибудь. Вернуться. Так и сделаю. Короче, копье драконоборца хотел прокачать, а он изысканным прокачивается. Ой, мерцающим прокачивается, у меня нету. Прокачал большую пику для плюс 9. Это тоже мерцающим прокачивается. Кстати, вот надо еще вот этого попробовать. Ну-ка. Ладно, сейчас из пикой попробую. Вообще, я никогда не пользовался всем этим. Ни пикой, ничем, блин. Ой. Ты падла. Пользоваться я не умею, естественно, всем этим хозяйством. Забавная вещь, вообще-то говоря. Так, ладно. Как ты? А, ну да. Давай, 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 давай. Тяни. Нам рулим отсюда нахер. Ну не все. Ты-то давай, чё? Так. Так. Окей. 926. Ну, не особо. Я думал, больше будет. Станет нифига. Ну, без бафов ровно 800. С кольцом, правда, с двумя кольцами. Попку тык. Ай. Попку тык. В головку тык. Ну да, ровно 800, но это плюс 9 копье. Где?
Как ты посмел? Как ты посмел? Ладно, ясно. Ну-ка. Это хоть что делает? Я не понял, это плохая была штука или хорошая? Наверное, плохая все-таки. На-на. Это же двуруч. Давай, правильную атаку. Какой-то бак непонятный. Так, короче, ясно с этим, как с этой хренью все. Что взять еще? Насадил на британский флаг, называется. Ай! Блин, плохо. Ну тебя, парень. Алебарду надо попробовать какую-нибудь. Интересно, у меня чернорыцарская есть тут? Интересно, как вот этот меч критует? А этот как критует? Ну, рапиры понятно, а катана как критует? А вот эта дрянь как? А это? А, ну это у меня есть вообще-то. Интересно. Начнем с... с алебарды. Алебастры. Глефа, алебарда. Просто сдохни. Просто сдохни, все. Блин, как неуютно с тобой, зверь. Где ты там? Блин, вот она не мажется только, это зря. Это совсем зря. Блин. А, ну собственно, тоже тычок у нее. Понятно.
Так, катана. Катанами тоже никогда не... особенно не пользовался. Поглядим, ну, наверное, тоже тычок. Насколько я понимаю. Ай, это же двуручка. Вот. Ну да. Ясно все. А топор как крикает. Эй, парень. Эй, я же успел. Букашка, тракашка. Так, ну я. Нет, пар веселый. Ладно, а что еще есть? Этим я пользоваться не могу. А, вот, это хотел попробовать. Вообще-то у него мувсет-то обычный, тяжелого меча, как он там называется. И мазать его еще нельзя. Чё так? Что так? Интересно. Ладно, давай дадим попробуем. Эй, парень. Го. Эй, парень. Бэмчик. Бэмчик. Нормально. В общем, я не знаю, может у меня билд, конечно, под этот меч весь заточен напрочь, но он лучше всех работает. Этот, правда, уже добитый почти.
еще один вылез. Лет 1000 с хреном урона. Значит, убьют, наверное. Ну ладно. Неплохо позабавились. Пока-пока.